То, что мы здесь оказались, вообще чудо. Огненные острова Аляски как будто решили отомстить нам за давнюю обиду. Как будто говорят: русские, вы же ушли отсюда, бросили нас. Говорят очень громко. За несколько дней до начала нашей экспедиции, 12 июля, на острове Умнак начинается мощное извержение вулкана Акмок. Извержение хоронит наши планы на аренду специально заказанного судна «Мисс Алиса». Его двигатели не способны работать в районе, где воздух насыщен вулканическим пеплом. Из-за извержения не летает авиация. А вон, кстати, вон что-то там дымит. Преодолев огромное расстояние от Москвы до Аляски, мы не можем высадиться на остров, до которого каких-то 400 километров. Вы все еще хотите на остров, русские Робинзоны? Welcome.